Почему болит очко? Я об этом не знаю. У меня так часто оно болит. Я не понимаю, почему оно болит. Я не знаю, у меня так сильно болит мое очко. Попа, 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 не надо, не болей. У меня просто такая полномочия есть, что если я тебя удаляю у себя ВКонтакте, то ты полностью в интернет не выходишь никак. То есть у тебя полностью блокируется доступ сразу. И в золотой фотке. В золотой фотке ты допрыгался, чмо. Ты допрыгался, жесть. Молодец, аплодишки. Ты долбоёб, тебе бан. Все. И за вот это тоже, сука. Молодец. Это тоже наказуемо, чучело. Это мой енот купается. Тоже бан. Тоже бан, дебил. Тоже бан. Мразь. Чела. Вот это, сука, тоже бан. Это тоже бан, чучело. Чела. Это тоже бан. Тут ты тоже допрыгался, блядь. Тоже получил то, что получил. Бан. Осквернение прически стримера и дальнейшее унижение его животного домашнего. Тоже бан, карается пермачом стопроцентным. То есть, ну, здесь стопроцентный бан. Здесь, ну, никакой нет пощады человеку, здесь все. Здесь сразу удаление и бан. Пермач. Также поддерживается, ну, то есть, сегодня будет глобализация. То есть, когда я буду какать сегодня после трансляции, я буду чистить телекарточку от подобных фотолупов, группу ВКонтакте с издевательствами. Чел. Вот, пожалуйста, допустим. Отличный ход. Вот это тоже бан. Тоже это. Ну, это здесь все. Здесь это, ну, прическа стримера с барбершопа на ботинках. Здесь тоже бан, стопроцентный. Жесть. Только слабый человек издевается над сильными. Чему ж ты их, блядь? Чел, я сейчас это Моргину скину, чел, и он больше тебе не ответит, и лайк не поставит, чел, за это, ну, бля, чел, здесь ты тоже, конечно, чел, тебе бан здесь, тут ты все, ты уже получаешь бан за искоренение стримерской прически. Вот, чел, боже, ой, короче, блядь, все, я вам ничего нахуй не расскажу, не покажу. Сегодня я купил себе новую обувь по скидке за 15 тысяч, стоило 50, последний размер урвал, правда, у меня нога 43, а там 44 остался, но зато по скидке я взял, да, небольшие, носок буду потолще одевать, зато урвал по скидке за 15. Носок толще сделаю, одену. Не покажу уже обувь. Я в начале трансляции рассказал о том, как я посетил барбершоп за 2000. Мне прическу сделали, я показал ее вот вам. Вы все, ну, смеялись над стримером. После чего я сделал для себя вывод, то, что вы специально, ну, издеваетесь над всем, что я вам показываю. Я перечислил все, что я вам показывал. И над всем, что я вам показывал, вы постоянно смеялись. Поэтому я вам... не буду теперь ничего показывать. Также мне предложили 50 тысяч рублей за то, чтобы я побрил, типа, свое позорище с головы убрал. Прическу с барбершопа, вот эту позорную. За 50 тысяч я отказался. Сказал, 150 тысяч я сбрею на лысо, чел. Поэтому я не буду вестись на поводу, чел. Ты чипуешь бумаг, бреешься на лысо. Часто на стримах говоришь про бардачики и семьи. Тебе не кажется, что ты превращаешься в пожилого Торетто? Ну да, вот он я, смотрю. Это я после барбершопа, когда...